У вас справочка есть? У вас есть справка? Какая справка? Что вы не верблюд. Какая справочка? По поводу, что вы вакцинированы. Что я не дурак? Ну, про это не будем разговаривать. А про что? Про QR-код и так далее. Нет такой справочки. И не будет. Ну, хотя тогда бы маску одевайте. С какого перепугу? Кто вам такую глупость сказал? Я вам говорю. А кто вы такой, чтобы не указывать, чтобы не на лице носить? Все? Вопрос исчерпан? Вопрос? Я могу идти? Да, можете идти. Да. Ну вот и все. Вы зачем людей кошмарите, а? Кто вам такой приказ дал, указ? Вон висит. Вот, ну мало ли что там висит. Покажите мне, покажите. Показывайте. Где что висит? И что это такое? Ну доставайте. Достаю. Показывать дальше. Где печать? Где по ГОСТу сидя печать? Где роспись? А тут ничего нету. Роспись где? Печать где? Вот, вы не видите? Нет, не вижу. Вы хотя бы оденьте маску для начала. Нет. А цель какая? Ну для какой цели, а? Ребят, смотрите, вы, конечно, вы правы, там, вы спорите. Но нас наказывают за это. Кто? Нас кто наказывает? Да. Администрация. За что? За то, что мы нарушаем закон. За какой закон? Ну, мы Пусть очень много... Да нету никакой администрации. Подождите, ну, это незаконно. Ребят, ну вот так вот. Хотите, я вам по-другому скажу сейчас? Сейчас, ребята, минутку. Во-первых, вы нарушаете свои должностные полномочия. Это раз. У вас у кого-нибудь есть удостоверение? Показывайте. Оба. Предъявляйте. А кто вы такие, чтобы сидя что-то требовать? Начнем с этого, давайте. По закону хотите? Давайте по закону. Удостоверение. Ваше удостоверение и ваше в развернутом виде. Нет удостоверения? Или не покажете? Так, понятие QR-код нет в юридическом поле. И законодательства Российской Федерации, как и масочного режима, тоже нет. Штрафы за отсутствие QR-кода у потребителя, штрафы за допуск посетителей без QR-кода в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации отсутствуют. Нет никакой обязанности у гражданина Российской Федерации регистрироваться Хорошо. На сайте госуслуг. Хорошо, вы нам сейчас хоть что хотите доказать? Свою позицию? Я вам хочу сказать, что нарушение медицинской тайны, статья 137 УК РФ, нарушение неприкосновенности частной жизни. Это мы все знаем. Штрафы это мы все от 2000 рублей это мы вам все, это мы за знаем. Нарушение моих прав. Это мы все знаем. А зачем вы это делаете? Вы хотите, чтобы вас на 200 тысяч оштрафовали? Мы не хотим, чтобы нас... Так я на вас суд подам, вас оштрафуют, а 200 тысяч рублей. Вы этого хотите? Или вы хотите арест до 4 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет? Вы это тоже не хотите? Ну вы для чего это все делаете? Мы? Я для чего делаю? Это вы для чего это все делаете? Вы-то для чего это делаете? Вы почему? Увольняетесь тогда. Не хотите, вот, чтобы люди вас плевали вам в лицо? Увольняйтесь. Сидите дома на пенсию, как я сижу на пенсии. Хорошо. Вот вам же государство дало пенсию, а нам еще делать. Вам не дало государство пенсию? Да. А что ж вы не вышли на пенсию-то? Рано еще. Как рано? По возрасту. По возрасту? Да. Так вам сейчас вот еще пройдет месяц-два, вам скажут, 83 на пенсию пойдете, опять дома сидеть будем? М? Все недовольны? Все недовольны. И все молчат. Не надо людей кошмарить. Кто как хочет, тот так и ходит. Хочет он в маску надевать? Пусть в маске ходит. Хочет вакцинироваться? Пусть вакцинируется. Вы, наверное, тоже оба вакцинировались уже. Да? Но оно похоже. Почему ни с кого сейчас не требуете QR-кодов, никаких этих? Потому что мы с вами разговариваем. С нами разговариваем. Так вы молчите, вы ни один на один на вопрос не ответили. Удостоверение не предъявили. На кого мне жалобы писать, если что? А?
На государство? Так вы меня запрещаете в моих конституционных правах. Вы меня не хотите пропускать. Вы меня заставляете намордник какой-то одевать. А при чем здесь государство? Мы вас не заставляем, мы вам рекомендуем. А, вот так и говорите. Но я вам рекомендации ваших отказываю. И я могу ходить здесь где угодно? Или нет? Ну вот и все. Спасибо за понимание. И не кошмарьте людей. Не надо их кошмарить. Всего доброго, ребят. Все прекрасно все понимают и стоят на своем. Доводите людей до истерики. Скоро вас убивать нахер начнут.